Всем доброго времени суток. Вас приветствует клуб Вальгалла по настольной коллекционной карточной игре Берсерки и Берсерк Героя. Сегодня мы скрываем три бустера второго сета Сила и Честь. Надеюсь, они счастливы и принесут нам ультраредкие карты. Ну что ж, поехали. Что же нам принесет Штумгурт? А он нам приносит Демон. Тьма стоит 3, атака 3, жизнь 1, инкарнация 2. Тролль-воин. Болото стоит 2, атака 2, жизнь 3, регенерация 2. Дочь неба. Это горы. Стоит 3, атака 1, жизни 3. Найм. Противник теряет одну монету до конца своего хода. Страж Торратаха. Это у нас нейтрал. Стоит 1, атака 0, жизни 4. Опыт защиты. Кайсад. Нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 2. Найм. Вы можете нанять бесплатное существо стоимостью 2 монеты или менее до конца хода. Щит молнии. Горы стоят 2. При атаке по вашему герою атакующее существо получает не открывается до конца своего следующего хода. Урсун. Лес стоит 5, атака 3, жизни 5. Гибель, уничтожьте существо, уничтожившее Урсуна. Возрожденный тролль. Это у нас болото стоит 3, атака 1, жизни 5. Рывок. Гарпунщик. Это у нас горы стоит 2, атака 2, жизни 2. Первый удар. Степи. Стоит 2, атака 5, жизни 1. Песчаный лев. Без особенности. Регул. Это у нас нейтрал. Стоит 1, атака 0, жизни 1. Рывок. Откройте выбранное существо. Пошли необычные. Сахуру Мора. Степи. Стоит 2, атака 1, жизни 2. Найм. Выбранное существо не получает ран до конца хода противника. Отобрать оружие. Лев стоит 1. Удар выбранного существа становится равен 0. Унести в могилу. Это у нас тьма стоит 1. Ранить выбранное существо противника на x и x число существ в вашем кладбище. И у нас здесь нут. Нейтрал. Стоит 10, атака 3, жизни 15. Круто. Уникальность. Если у вашего героя должно остаться 0 или менее жизни, вместо этого у вашего у него остается 1 жизнь. Вот так. Ультраредкая карта. Открываем следующую. Что же нам принесет следующий бустер? Что ж, поехали. Страж Торратаха. Нейтрал стоит 1, атака 0, жизни 4, опыт защитим. Тролль-ведун болото стоит 6, атака 4, жизни 8. Защита от заклинаний. Уязвимость степи стоит 2. Выбранное существо получает уязвимость. Возьмите карту. Дочь неба. Горы. Стоит 3, атака 1, жизни 3. Найм. Противник теряет одну монету до конца своего хода. Древо жизни. Лес стоит 4. Получите 2 монеты. Кайсат. Это у нас нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 2. Найм. Вы можете нанять бесплатное существо стоимостью 2 монеты или менее до конца хода. Демон мщения. Тьма. Стоит 2, атака 5, жизни 2. Рывок. В конце вашего хода погибает. Бреттер. Нейтрал. Стоит 1, атака 2, жизни 1. Скрытность. Демон праха. Это у нас тьма. Стоит 3, атака 2, жизни 1. Возродите демона праха. Это особенность действует на кладбище. Разбуженный тролль. Это у нас болото. Стоит 4, атака 3, жизни 6. Направленный удар. Всепожиратель. Тьма стоит 1, атака 0, жизни 8. Не может выступать защитником. Снорганг. У нас пошли необычные карты. Это горы. Стоит 1. В конце хода откройте любое число ваших выбранных существ, ранить каждое из них на 1. Пограничный тотем. Это у нас болото, стоит 2. В начале своего хода противник для каждого своего существа выбирает либо закрыть одну монету, либо вернуть это существо в руку владельца. Знак воды. Нейтрал стоит 1, атака 0, жизни 3. Выбранное существо получает минус 1 к атакам до конца хода противника. Фух, пожалуйста. И у нас здесь Карнаэль. Нейтрал стоит 1, атака 0, жизни 4. Особенности вашего героя стоят на 1 дешевле. Вот так вот. 2 бустера и еще 1 ультраредка. А точнее даже не 2. Это я уже вскрываю 14 бустер подряд. Подряд 14, и у меня 14 ультраредких карт. Не знаю, с чем это связано. Это морозы влияют или что. Я не знаю. Ну поехали. Третий бустер у нас. Надеюсь, он нам принесет что-нибудь такое удачное, хорошее. Но я реально в ожидании технодемона, потому что мне их не хватает в колоду. Поехали. Зачарованная стрела. Тале стоит 2. Ваше выбранное существо получает +1 к выстрелу один раз за игру для каждого существа. Хранитель магии.
Горы стоят 5, атака 3, жизни 5. Найм. Противник теряет 2 монеты до конца своего хода. Мистика Яров. Нейтрал стоит 1, атака 1, жизни 1. Первый удар, рывок. Эльф-проводник. Это у нас лес. Стоит 1, атака 0, жизни 1. Рывок. Выстрел на 1. Игнорирует защиту от выстрелов и броню. Уязвимость. Ли степи стоит 2. Выбранное существо получает уязвимость. Возьмите карту. Поднять павших. Тьма стоит 1. Выбранное существо на кладбище получает инкарнацию 4. Тролль-ведун. Это получается у нас болото. Стоит 6, атака 4, жизни 8. Защита от заклинаний. Кайсат. Нейтрал стоит 3. Атака 3, жизни 2. Найм. Вы можете нанять бесплатное существо стоимостью 2 монеты или менее до конца хода. Надит-чародей. Лес стоит 2, атака 1, жизни 3. Излечить выбранное существо на 2. Джаговайл. Болото стоит 2, атака 0, жизни 7. Без особенностей. Бегущий по лезвию. Нейтрал стоит 3, атака 3, жизни 3. Защита от заклинаний. Игнорирует броню. У нас пошли необычные. Землекоп. Это у нас нейтрал, стоит 2, атака 0, жизни 5, рывок. Выберите существо, если оно действует в свой следующий ход, оно ранится на 4. Один раз за игру для каждого существа. Несокрушимый отряд. Очень хорошая карта. Извиняюсь. Степи. Стоит 6, атака 3, жизни 4. Авангард 4, 3, 2. Закидать камнями. Горы. Хорошее заклинание. Стоит 2. Ранить выбранное существо или выбранного героя на x, где x количество существ в игре. Хух, пожалуйста, дай мне технодемона. Защита крепости. Степи. Крутая карта. Блин, столько ультраредких карт я никогда не встречал в бустерах. Это у нас защита крепости. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Не знаю. Но они реально, вот они. Вы видите, что я их открываю. Они реально прилетают. Все бустеры запечатаны, это никакой не подвох. Ну, блин. Круто. Всем я желаю такого же удачного дропа, чтобы всегда были те карты, которые вы хотите. Но видите, прилетают не те карты, которые я хочу. Не те, но хотелось бы технодемона, потому что эти карты у меня есть. Этих уже 3, ну, конечно, вот эта одна у меня, но все равно. Этих уже 5, защита крепости. Даже не 5, 4. Так что... Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, ждите следующие видео распаковок бустеров, наборов, также четвертого сета, который выходит уже 23 февраля. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.